Да. На вышке сидит чел. Вышка от нас 320. Там военная вышка стандартная, салтис двухэтажная или трехэтажная. Ты на вышке убил? Ранил, сказал. Там дверь открылась на вышке. Чего убегать сейчас будет? Техники, техника. Хочешь бинокль, Эрч? Двигай. Надо тебе бинокль, не? Да. Точно метку сказали, поставили. Как ты хочешь, Рамзес? Ну я свои синие вот протыкал, ну типа так безопасно. А с диги на запад спускаться, как бы очень палевно пизды можно получить всем отделением. Здесь мы сейчас перешейку вот между двух гор пройдем, и мы уже в низине, как бы за лесами, за домами. Азимут 300 на горе, такой забор бетонный, каменный, башка торчит. Справа камни, слева два дерева, вот между ними. Там далеко, дал метку где-то вот там, запад. О, снайперка, да, работает, по-моему? Да-да.
по-моему, или как? А стройки отбежал чел. На север убежал. Стройки. Ранен. Помочь? Отойду. Окей. Он с белого офиса стреляет? Не, с красного. Вообще не вижу ничего. Если никто не видит. Нет. Бля, шифтовать не могу, перелом. Я не уйду, я же только могу пешком ходить. Да. Попробую, конечно. Бля, это чё? Мне намёт, скорее всего. Бля, кину туда кланши, там. Ну, налево прибежать можно. Так, вроде все. Спасибо. Живой. Лежит. От этого здания, где ярче, на 40 метров 30 в кустах. Она на склоне? То есть в сторону деньги. Сейчас побежит, смотрите, на 40. Забегает в дом маленький. В следующий. Нет, противник зеленый. Yep.
Да, ближний контакт. Моя синяя метка. Я понял, понял, я видел. Рамзес живой у нас? Да. Где из дома его видно, я хочу рацию прочекать. Нет, где-то в кустах он там. Ярч, ты кустами сейчас расшиваешь? Ярче. Говорю. Диги на короткой? Нет, он не на короткой, он не отвечает, он скорее всего умер, надо его. Ну вот, на его метке снайпер убил Ярче, значит. Он сейчас стреляет в данный момент. Вот это он стреляет? Да, да, да. Ярче еще живой? Я слышу. Тебя снайпер контролит. Скорее всего, туда Рамзес ударит на них, они ушли туда вниз. Они к дому ушли. От гранат на север разрыв. Я из-за кустов форму не видел, поэтому не стрелял. Давай, 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 давай. Ты перевязался? Да, да, да. Это нашу снайпера убили, забрали винтов. Мы на третьей КВ. Понял, но он куда-то свалил, значит. Ярче в себя пришел, перевязался. Типа мы воюем сейчас с остатками двумя отделений. Нас забить и пойти полноценно отделение резать, которые не ждут спину. Опа, у маленькой стройки отделение прямо у Борзая, чуть подальше. Где стреляет? СВД стреляет. Стреляет, пулемет какой-то, синий сейчас. У Коши контакт был. Подхожу в упор. Одного убил. Лагает, блядь, ребята, блядь, очень сильно. Борзай, у тебя в упор, по идее, бег где-то возле дома восточного должен быть. Кто-то сверху в уши уже побежал, блядь. Из наших кто-то выше побежал, ну... Калаш по кому-то. Подстрелил его. Он кого-то ранил из наших. Вот на гранатах противник был.
У них кто-то ранен, и вы ранили с юга. Докладывают по вражеской КВ. Возможно, он еще живой остался. Я иду чекать, он в домах РМЗС. Нет, он дальше домов в камни убежал, и за складку упал, я больше не могу по нему стрелять. Короче, я пошел чекать лицо. А Роня живой? На гранатах противник. Стройка на горе на 80, много пехов сидит. Где-то вот тут дал метку, самая северная. Бля, да, да, цепочка. Самая, блядь, интересная, нахуй, как обычно. То есть даже не то, чтобы там перезайти. Сервак зависает, а просто миска вообще упала. Блять, мы только там вырезали столько народу, блин. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.